Я ничего не вижу и не слышу. А сейчас всем привет. Меня зовут Эльвира. Новомлинова Эльвира Викторовна. Я тренер-косметолог компании Гильтек. Поставьте единички, пожалуйста, если меня слышно и видно. Здорово. А сколько нас человек? Две единички. А нас всего несколько человек или нас больше там? Вы видите? Здравствуйте, Татьяна. А вы видите, сколько человек нас зашло? Можете мне сказать? Не видно. Не видно, сколько человек. А как можно посмотреть? У меня сегодня два помощника, у меня сегодня прекрасная модель. А так как у нас тема 5 этапов ухода. Угу, пока 12. Хорошо. 5 этапов ухода за кожей, 5 основных этапов ухода. И мы поговорим про гиперпигментацию, про микроэлементы, как микроэлементы влияют на кожу в системе Гильтек. И расскажу про средства, которые я сегодня буду применять. У нас сегодня кожа такая, она больше сухая, с куперозом, с возрастными изменениями. Пропало видео? Не видно. Очень тихо. Ну-ка. Видно. Сейчас пишет. А сейчас слышно? Угу. Видно и слышно, написали, да. Угу. А, прекрасно. И давайте немножечко пару слов, что такое профессиональная косметика и чем она отличается, например, от аптечных серий косметики и от масс-маркета тем, что все-таки профессиональная косметика, в ней рабочие ингредиенты, которые специально разрабатываются так, что они могут сочетаться с другими средствами в рамках какой-то линии, дополнять друг друга и активно воздействовать на кожу. Большим плюсом, например, в Гильтек является то, что у нас есть центр диагностики кожи, где вы можете подобрать косметику, и также у нас есть онлайн-косметологи, и мы еще проводим наши мастер-классы в центре диагностики кожи, вебинары, и все это бесплатно. Мы как бы даем свое экспертное мнение по поводу определенных типов кожи и по нашей косметике Гильтек. И если говорить о точечном воздействии на какие-то запросы пациента, либо ваши запросы, например, это возрастные какие-то изменения, то, например, мы можем применять определенные препараты, учитывая, что они могут, например, и отбеливать кожу, и работать с возрастными изменениями, и также работать плюс ко всему и с воспалениями. О чем я говорю? О чем я говорю? Это я говорю о ретиноле, например. И смотрите, здесь пишут, перезашла, совсем звука нет, подскажите, что можно сделать. Из телефона, и с наушниками нет звука совсем. Ну, вот смотрите, может быть, у вас что-то с компьютером, потому что, или с телефоном, потому что сейчас только написали, что все прекрасно слышно и видно. Может быть, вы еще раз перезайдете, я, честно говоря, не знаю. Вот тут кто-то пишет, без наушников лучше.
я говорила о ретиноле, это у нас сыворотка ретидерм, 0,25 концентрация и 0,5 концентрация. И если говорить о концентрации средств, то... прекрасно, то много не значит хорошо. У каждого ингредиента есть своя рабочая концентрация. И, например, у ретинола это одна концентрация, у, например, если говорить о пептидах, например, об аргилерине, о сыворотке Миорелакс, то если, например, в эту сыворотку добавить 1% аргилерина, то эта сыворотка не будет такой рабочей, какой рабочая является она у нас. То есть в Миорелаксе содержится около 7% аргилерина, поэтому она работает на расслабление гипертонуса мышц, на расслабление мышц. И также, если говорить о каких-то концентрациях, то понятно, что у нас все-таки не лечебные средства, у нас средства для ухода, ну, в смысле уходовые средства, это профессиональная косметика, все-таки это не лечебные препараты. Поэтому наши средства, они могут либо в период ремиссии применяться для пролонгации хорошего эффекта, либо они могут применяться как дополнение к лечебным средствам. Итак, давайте долго, наверное, не будем. Затягивать. Я, наверное, буду все-таки разговаривать и показывать вам на пациенте, что мы будем делать. В первую очередь я, конечно же, умою. То есть я умою кожу. И если какой-то косметики нет на лице, то нам все равно перед нанесением любых косметических средств нам необходимо умывать пациента, потому что на коже может оседать пыль, смог, ну и, в общем-то, все, ну, в общем-то, какие-то неблагоприятные факторы, которые не очень хорошо влияют на кожу. И я вот таким образом наношу сейчас пенку. Я взяла пенку с витамином С, потому что все-таки здесь кожа склонная к сухости, с возрастными изменениями и с сосудистыми изменениями. Поэтому витамин С, он будет хорошо влиять на данный тип кожи. Такими небольшими массажными движениями я сейчас смочу немножко руки еще дополнительно. Мусс прекрасно пахнет. Светлана, пахнет апельсинчиком немножко? Да, есть цитрусовый запах. Если кому-то нравится цитрусовый аромат, то этот мусс, он подходит для вас. Также в этом муссе содержится экстракт имбиря, мелиссы. Сейчас, секундочку, я возьму, умою. Смотрите, если на коже есть косметика, либо SPF-кремы, то мы сначала умываем, смываем верхний слой, а потом еще и домываем. То есть у нас желательно проводить двукратное очищение. Если декоративная косметика на лице, то можно использовать гидрофильное масло и мусс, либо универсальный наш очищающий гель. Так, а где он? Он где-то здесь есть, нет? Вот такой универсальный очищающий гель. И я не показала наш мусс с витамином С.
И всегда первый этап, как я уже сказала, снять какие-то загрязнения, липодекоративную косметику, первый этап – это всегда очищение. В принципе, вторым этапом мы можем, конечно, провести тонизацию, но можем и не проводить ее, так как мы дальше будем наносить средства для глубокого очищения. Это энзимная пектиновая маска. И уже после глубокого очищения мы можем, в принципе, нанести и сделать, протонизировать кожу, скажем так. Вот я немножко убрала водичку с кожи. Видите, я умыла кожу, и она уже посветлела. Человек работает за компьютером, то есть повреждение идет клеточек свободными радикалами, да? Поэтому вот эти средства с витамином С, с ниацинамидом, сейчас вот мы будем применять средства с дигидрокверцетином, они все хорошо будут бороться со свободными радикалами. Так. А почему она у меня не идет? Я, наверное, не то все. Средства новые, сейчас они не всегда хорошо выдавливаются первое время. Я сейчас буду проводить глубокое очищение. Я не буду наносить энзимную маску в стандартной форме под пленку на 20 минут, а я нанесу энзимную пектиновую маску, вот она, и массажными движениями сделаю небольшой массаж, и верхний слой эпидермиса, он как бы разрыхлится и отшелушится. Энзимную маску можно делать 1-2 раза в неделю. Ну, для чувствительной кожи с куперозом, вот такая сухая кожа, можно, в принципе, и экспозицию этой маски ее уменьшать. То есть не делать, например, под пленку на 20 минут. Либо очень осторожно для того, чтобы не раздражать кожу, так как она и так чувствительная. Но стандартно эту маску можно применять 1-2 раза в неделю, либо под пленку на 20 минут, либо на 7-10 минут под массажные движения. Любые энзимы любят тепло и влагу. Что мы сейчас и будем делать? Я сейчас смочу немножечко руки и проведу совсем легкий массаж. Можно поближе показывать средства? Спрашивают. Конечно, можно. Скажите, пожалуйста, здесь все давно используют косметику Гельтек или кто-то сегодня первый раз пришел? Кто совсем не знаком с косметикой, поставьте единичку, кто совсем не знаком. Полгода. Смотрите, а вот в чем плюс вот этого нанесения энзимной маски, например, если вы делаете ее вечером, что вы еще дополнительно делаете для себя лимфодренажный массаж. О, целых 7 лет, здорово.
Под пленку замечательно. Если, тем более, у вас жирная или комбинированная кожа, то спокойно можете наносить ее под пленку на 20 минут. И если у вас есть гаджеты, такие как ультразвуковая лопатка, вы можете ее использовать для прохладного гидрирования под чистку. Ну, только осторожно, особенно сейчас уже весна началась, лето скоро. То есть отшелушивание должно быть дозированным, и обязательно нужно использовать SPF-кремы. Пощипывает вам, Светлана? Да. Может чуть-чуть пощипывать. В состав этой маски входит пектин, полмоист, это папаин, соли рапан, то есть ну, соли, которые проводят, в принципе, ну, обеспечивают более глубокое проникновение. То есть все хорошо, здесь все пользователи косметики, нет таких, которые прям совсем не знают ничего о ней. А можно хорошо прорабатывать еще зону вокруг губ, потому что здесь часто, знаете, такие появляются кисетные морщинки, и над верхней губой часто есть явление, особенно у возрастной кожи, явление гиперкератоза. Вот Светлана первый раз у нас. Замечательно. Ну и вот смотрите, у нас лицо, в принципе, оно не покраснело, несмотря на то, что было легкое пощипывание. Да, кстати, я еще забыла сказать, что в этой маске содержится небольшое количество молочной кислоты. В таком количестве она больше обладает увлажняющим действием, нежели кератолитическим, ну, отшелушивающим. Какие средства можно отнести к селективному таргетному воздействию? Это, например, сыворотка наша ProBioSkin с лизатом лактобактерий. Например, сыворотка, вернее, флюид Альфа-Дерм, который содержит 5% миндальной кислоты. То есть содержит АХА-кислоты, которые мягко отшелушивают кожу и работают, например, либо с кожей с воспалениями, либо с кожей с гиперкератозом. Вот смотрите, кожа прям хорошо посветлела. К селективному действию можно еще отнести средства по уходу вокруг глаз. У нас вокруг глаз три средства. Это гель. Он обладает противоотечным действием. Подходит, в принципе, для летнего периода. Либо для более молодой кожи. Есть сыворотка, крем вокруг глаз, которая содержит
еще пептиды, но не обладают такой плотностью, как крем. И у нас есть крем с церамидами и пептидами. Достаточно плотный крем для глубоких морщин, для поврежденной сухой кожи вокруг глаз. И сейчас, как я и обещала, я буду тонизировать средством. У нас есть также для таргетного воздействия линия Neo, которая содержит дигидрокверцетин. И вот всем людям, особенно после 40, у кого есть возрастные изменения, я рекомендую применять именно этот лосьон. Он вот такой вот желтенький. Так как дигидрокверцетин, он сам по себе имеет желтый, ну, такой небольшой цвет желтый. Небольшой, я так... Это правильное слово? Оттенок. Небольшой оттенок. Вот, мне подсказывают. Смотрите, чем... хорош этот лосьон, что его можно наносить, в общем-то, и вот таким образом, как вуаль, распыляя над лицом. Но единственное, что он желтого цвета, поэтому аккуратно. Если у вас белая одежда, то лучше этого не делать. А я вам покажу сейчас, как это происходит. Можно сделать вот так вот. Еще у нас, в принципе, можно наносить на маски гелевые этот лосьон. Так, я сейчас все это закрою. Какие средства еще могут быть использованы в виде такого селективного воздействия? Это средства с пептидами. Как я вам уже проговорила, у нас есть... Сейчас мы впитаем лосьончик. У нас есть средства, сыворотка Миурелакс с аргилерином, сыворотка 5 пептидов для более комплексного воздействия, средства под глаза, вернее, вокруг глаз с пептидами. Не пощипывает ничего, все нормально. А дигидрокверцетин, он может немножечко как бы давать такую сосудистую реакцию легкую в виде покалывания, потому что сосуды сокращаются, они уменьшаются немножечко в объеме, и поэтому может быть легкое покалывание. Вот мы впитали этот лосьон, и что я дальше сделаю? Я дальше нанесу маску Aqua Удовольствие, я сейчас расскажу про нее немножечко, а под глаза я положу патчи с тем же лосьоном Neo, который содержит дигидрокверцетин, для того, чтобы уменьшить... Ну, убрать темные круги, морщинки под глазами, для того, чтобы сделать взгляд более ярким. И еще мы кое-что сделаем в уходе, что вы можете применять дома, либо в кабинете у себя. Я дальше еще поработаю немножечко с руками. Я вам покажу, как можно делать дополнительный уход. Например, если вы косметолог, какой дополнительный уход вы можете сделать как доп. Услугу приятную для пациента. Так, это маска Aqua Удовольствие. Она содержит глицерин, аквасил, экстракт мальвы. То есть она обладает мощным увлажняющим действием за счет вот полисахаридов, которые в ней содержатся.
Сейчас прошу прощения. Вот, пошло дело. Маску аквоудовольствия нужно наносить толстым слоем на 15-20 минут. И сейчас, пока у нас наша модель будет лежать под масочкой, можно будет задать вопросы, если они у вас появились. Появились ли у вас вопросы какие-то? Эту маску можно использовать и в аппаратных методиках, и под РФ-лифтинг, и под микротоки. А если вы накладываете толстым слоем маску, то она, в принципе, не должна высохнуть. Но вы можете, да, добавить. Маску также можно наносить немножечко на губы, для того, чтобы увлажнить кожу. Маска смывается теплым компрессом. И нужно проследить за тем, чтобы маска хорошо смылась, для того, чтобы не осталось нигде участков высохшего геля, чтобы у вас не было потом проблем с нанесением дальнейших средств. Мы дальше будем наносить сыворотку, крем. Эту маску можно применять, например, и в уходах отбеливающих, например, для восстановления гидробаланса кожи, и в средствах, и если вы делаете процедуру, например, для жирной комбинированной кожи, потому что жирная комбинированная кожа, она тоже может быть обезвоженная, и часто она бывает обезвоженная. Если говорить о микроэлементах, которые, например, есть в средствах Гельтек, и как они влияют, то, например, такие микроэлементы, как медь, цинк, они есть в наших средствах, и, например, медь... Она участвует она нейтрализует как бы активность меланоцитов и участвует вот в процессе отбеливающем, а также она участвует также еще вместе с цинком. Эти микроэлементы, они останавливают каскад воспалительной реакции и способствуют синтезу такого фермента, как супероксидисмутаза. Это известный фермент, который влияет вот как раз-таки, обладает противовоспалительным, скажем так, действием. Также у нас селен и витамин Е, они являются мощными антиоксидантами и тоже продуцируют определенные ферменты, которые влияют, которые как бы вот захватывают эти свободные радикалы и нейтрализуют их. Так, ну что, у нас с вами есть время.
и мы можем поговорить о средствах, например, дальнейших, и о чем, о том, что мы будем наносить дальше, и, например, то, что я вам говорила, я подготовила для вас небольшой сюрприз. Например, если говорить, опять же, о точечном воздействии на какие-то проблемы, например, вот наш освежающий тоник с ахакислотами, он обладает отбеливающим действием, кератолитическим легким действием, то есть его можно применять и при гиперкератозе, и при... мы знаем, что пропионобактерии, они не живут в кислой среде, поэтому его можно применять и на воспаленной коже, на коже с воспалениями, и коже с участками с гиперпигментацией. И давайте, Светлана, вашу ручку мы сейчас... Можете вот сюда положить вот, ручки ваши, да. У нас руки, они вообще часто страдают больше всего. То есть мы, ну, я не знаю, может быть, не все, конечно, моют посуду, но чаще всего мы все равно в какой-то степени... травмируем кожу рук больше всего, поэтому... Она такая более чувствительная, часто с поврежденным липидным барьером, и поэтому нам необходимо ее обработать. Здесь колечек много красивых. Вот. Смотрите, можно обрабатывать и кутикулы. Если тем более вы сделали маникюр, то это будет пролонгировать действие вашего маникюра. Смотрите, вот я обработала кожу, да, ахакислотами, и кожа сразу же, она посветлела. Это, видите, вот участки гиперпигментации, которые можно обрабатывать. Ахакислоты в весенне-летний период лучше делать по вечерам, то есть перед сном вы сделали вот такую вот процедуру с освежающим тоником с ахакислотами и дальше нанесли крем для рук, который содержит большое количество церамидов, церамидный комплекс, и содержит пребиотики, которые восстанавливают кожный барьер. Так, мне водичку надо будет потом поменять, ну ладно. И сейчас я вам покажу этот крем с церамидами и с пребиотиком. У нас все новое, поэтому не сразу выдавливается так. Ага. И массажными движениями мы обрабатываем кожу рук. Пока у нас масочка работает. То есть вы можете это делать дома, если вы для себя смотрите этот вебинар. Либо вы можете использовать это в салоне у себя в кабинете. Посмотрите, какая замечательная кожа, да? Она гладкая, светлая. Ну и постепенно пигментные пятна, они тоже начнут светлеть, если, конечно же, это эпидермальная пигментация. Угу. Я так понимаю, у вас вопросов пока нет. Может быть, у вас вопросы появились по средствам, которые вот сейчас я показала. Может быть, еще какое-то действие вас интересует.
вот такими массажными движениями, то есть либо самомассажем, либо сделать такое вот небольшое удовольствие своему пациенту. Благодарю вас за прекрасный комментарий. Так, у нас еще осталось время. Я сейчас поменяю перчатки, естественно. И, наверное, я поменяю водичку. Вот видите, смотрите, если нанести толстым слоем маску, то она не высыхает. Еще что я хотела вам показать, что я буду наносить. Вот сыворотка «Интенсив омоложения». Она своего рода уникальная, так как она содержит стволовые клетки яблока, то есть факторы роста растительные, которые не являются ни в коем случае гормональными. Список средств просят, которые... Мы потом... А потом мы сможем выложить? Запись будет на YouTube, и вы увидите все эти средства, а потом... Я еще, знаете что, я в конце все это продублирую, все эти средства. А сейчас я говорила про сыворотку «Интенсив омоложения». Я сказала, что в ней стволовые клетки яблока, факторы роста растительные. Плюс еще, чем она уникальна, в ней содержится два вида гиалуроновой кислоты. Высокомолекулярная и ультрамолекулярная. То есть крупная молекула гиалуроновой кислоты, она ложится на поверхность кожи, как бы такой кристаллической решеткой, позволяя дышать одновременно коже и не давая ей пересыхать. А второе действие ультрамолекулярной гиалуроновой кислоты то, что она проникает глубоко в кожу и притягивает водичку там внутри, и кожа максимально увлажняется. На сайте Гельтек есть раздел «Аппаратные методики», и там указано, для каких аппаратных методик какие гели можно применять. Смотрите, практически все наши гели можно применять... Так, и знаете, что еще? Так, все аппаратные методики можно применять для наших гелей, потому что наши гели, они все являются контактными для аппаратных методик. Аппараты, ну, аппараты, да, это сложный выбор. В общем-то, нужно смотреть, есть ли регистрационные удостоверения у этих аппаратов и насколько мощность соответствует заявленному, да, вот, как бы, соответствует ли тем параметрам аппарат, который компания заявляет. И я... И я еще в самом начале выложила промокод кожа 18-24. Пожалуйста, воспользуйтесь промокодом для того, чтобы получить скидку на косметику. Так, я сейчас смотрю, вот какие вопросы, если я что-то пропустила. Да, все средства есть в каталоге, которые сегодня я показываю. Даже наши новые средства, смотрите, и крем для рук. Это относительно новое средство у нас в профессиональной линии. Дальше еще я еще покажу крем Rich and Restore. Он тоже в антивозрастной серии находится у нас.
список средств, которые использовали сегодня, распечатать для себя. Вы знаете что, вы возьмите ручку, я вам в конце обязательно продублирую все средства, покажу и расскажу, что зачем мы использовали. То есть первое, второе, третье. Компот. Так. Первую маску, которую я наносила. Первую маску, ну, я сейчас покажу, но я в любом случае, как я уже сказала, я все это проговорю. Это энзимная пектиновая маска с пектином, с папаином, с молочной кислотой и с солями рапан. Эта маска используется для глубокого очищения кожи. Так, по-моему, все, я вроде бы все. Так, сейчас я еще раз напишу. Угу. Сейчас, одну секундочку, я посмотрю, как правильно пишется. Кожа. Кожа. Как дела? Отлично. Как я говорю? Хорошо. Девчонки, сейчас есть звук? А, все, есть звук. И про гель антикуперозный. Я так вот прям начала рассказывать про него, а никто этого не услышал. Смотрите, гель антикуперозный, его можно применять не только на лицо, но и, в общем-то, на все проблемные участки тела, там, где у вас есть сосудистые проблемы. Ну, чаще всего это ноги, да, но, естественно, мы говорим о тоненьких, о маленьких сосудиках каких-то. Если у вас варикозное расширение вен прям, ну, как бы глобальное, то, конечно же, это нужно обратиться к флебологу. Ну, и также сказать флебологу, что у вас есть такое замечательное средство, которое может послужить вам как дополнительным средством для лечения вашего купероза или варикозного расширения. Что важно, что в этом геле
антикуперозном там содержится ниацин, витамин ПП в чистом виде, поэтому он может давать небольшую сосудистую реакцию первое время, поэтому мы этот гель рекомендуем наносить только вечером. И когда уже кожа, сосуды привыкнут к этому средству, то вы можете его наносить и утром, и вечером. То есть сначала только вечером нанесение, и потом можно, да, закрывать совершенно любым кремом, который подходит для вашего типа кожи. Понятно, я ответила? У нас пришла пора смывать маску. Я хочу сейчас поменять водичку. А маску можно смывать, знаете, хлопчатобумажным полотенцем, если у вас есть такая возможность, естественно. То есть все это нужно обрабатывать. Хлопчатобумажные ткани, они очень приятные для лица, и теплые, или горячий компресс, они тоже приятные. Но они в случае, например, с сосудистыми изменениями, где может быть наоборот, большее проявление сосудистой сетки, если мы воспользуемся горячим полотенцем. Ну, а вообще это очень приятно для кожи. Прошу прощения за заминку небольшую. И, в общем-то, вот мы можем либо одним большим полотенцем снять маску, либо вот так с двух сторон. Как вы видите, маска не высохла и до конца не впиталась, несмотря на то, что все-таки... Закройте пока глазки, Светлана. Несмотря на то, что все-таки кожа здесь склонная к сухости. Вот она после маски приобрела такой здоровый цвет, красивый такой фарфоровый оттенок на коже. Во-первых, лосьон с дегидрокверцетином Нео, он успокоил сосуды, а маска Акваудовольствие, она глубоко увлажнила кожу благодаря своему составу. Вот этот комплекс Аквасил, он содержит полисахариды. Ну, это средства, которые похожи на гиалуроновую кислоту, которые хорошо увлажняют кожу. Самое главное, гелевую текстуру нужно хорошо домывать, потому что если у вас останется гелевая текстура на коже, то другие средства, они могут либо скататься, либо плохо впитываться, и вы можете не понять сначала, в чем причина. Мы, конечно же, сейчас умоем и сейчас еще дополнительно обработаем лицо лосьоном Нео. Как видно вам, что кожа все-таки поменяла цвет, успокоились немножечко сосуды. Ну что ж, вроде бы вот все мы вымыли.
Я еще одновременно посматриваю на руки, которые мы обработали, и мне очень нравится то, что руки на вид. Так, это я не то сделала, не то взяла. Я сейчас немножко ошиблась и взяла освежающий лосьон с ахакислотами. Ну, мы не будем уже этого делать. Мы все-таки используем сейчас лосьон с дигидрокверцетином Нео, с экстрактом мальвы и огурца. А для того, чтобы хорошо, дополнительно еще больше успокоить кожу, выровнять цвет лица за счет того, что сосуды успокоятся еще больше. Дегидрокверцетин – это вообще достаточно мощный вазопротектор. И людям с сосудистыми изменениями, например, вот у меня девушка спрашивала сейчас про гель антикуперозный, вот я могу порекомендовать вам дополнительно еще к антикуперозному гелю приобрести лосьон Нео и либо из линии Нео гель для сухой нормальной кожи, либо для возрастной кожи. В чем отличие этих гелей? Там три продукта в линии Нео. Это гель антивозрастной, гель для сухой нормальной кожи и лосьон Нео. А в геле антивозрастном там содержится эластин. Он уже как бы больше работает на возрастные изменения. И в зависимости от того, какая у вас кожа, вы можете еще дополнительно гелю антикуперозному приобрести еще и этот гель. И использовать что-то на вечер, а что-то на утро. А лосьон два раза в день. Вот, посмотрите, все, в общем-то. И дальше то, что я вам показывала, сыворотка интенсив омоложения со стволовыми клетками яблок. И два вида гиалуроновой кислоты. Она вот такая вот жиденькая, ну, средней консистенции, скажем так. Все пропало. Все пропало. Евгения, в каком смысле? Вы нас не видите? Или все пропало, вы запутались? Смотрите, сыворотка интенсив омоложения. Поставьте единички, что меня слышно и видно, пожалуйста. Вот. Евгения, смотрите, меня слышно и видно. Сыворотка интенсив омоложения, она универсальная, ее можно использовать, в общем-то, практически всем для утреннего или вечернего ухода. Например, вы можете использовать сыворотку 5 пептидов вечером и сыворотку интенсив омоложения утром. Если у вас, например, отеки, которые возникают, например, когда вы просыпаетесь по утрам, то на вечер можно использовать сыворотку Active Lifting, которая содержит кофеин, которая будет за ночь дренировать хорошо ткани и убирать лишнюю отечность. Вот, посмотрите, сыворотка полностью впиталась. И мне очень нравится кожа. И следующий этап – это финальный крем, который мы будем закрывать. Смотрите, у нас сегодня получилась такая комплексная антивозрастная процедура, которая
и мы увлажнили кожу хорошо и напитали ее. За счет комплексов церамидов мы как бы восстанавливаем верхний слой эпидермиса, а за счет пептидов и увлажняющих компонентов, таких как гиалуроновая кислота и аквасил, мы еще увлажнили кожу, и за счет средств... Светлане спасибо, видно, что кожа приобретает хороший тон. Благодарю вас. И за счет компонентов, которые входят в состав линию Neo Дегидрокверцетин, еще плюс и сосуды успокоились максимально, да? А то, что мы сделали первоначально еще и мягко отшелушили и выровняли тон кожи энзимной маской, это еще дополнительно повлияло благоприятно на кожу. Посмотрите, видите, такой появился глянцевый оттенок на коже, да, здорового глянца, ну, красивого. И следующий и практически финальный этап – это крем антивозрастной Rich & Restore. Это могу, не стесняясь сказать, что это мой любимый продукт, я сама пользуюсь этим средством. В нем содержится два комплекса пептидов, матриксил и прожилин, а также комплекс церамидов и полиненасыщенные жирные кислоты, масло ши, жажаба. То есть крем достаточно богат по своему составу и подходит именно для возрастной кожи. Либо, если у вас немного морщин, но они все-таки есть, есть фотоповреждения, ну, скажем так, у женщины условно 40-45 лет, то, в принципе, этот крем прекрасно подойдет для вашего ухода, например, в вечернее время. А крем, несмотря на то, что он все-таки с богатым составом, он достаточно хорошо впитывается и не дает жирного блеска в течение дня. Он больше подходит для сухой, чувствительно поврежденной кожи. Для жирной комбинированной, наверное, он все-таки может быть немножечко, он будет плотный. Поэтому, например, для жирной комбинированной кожи я бы рекомендовала вам крем NMF Protection с аминокислотами. Крем Rich Restore очень хорошо пахнет, очень приятно. Сейчас нам Светлана это подтвердит. Я надеюсь. Смотрите, я во многих сейчас манипуляциях затронула и зону губ. Не забывайте про нее, пожалуйста. Обрабатывайте ее. И маску я нанесла на зону губ. И вокруг губ я обработала еще и энзимной пектиновой маской кожу. И сейчас также я наношу по кайме губ я наношу еще и крем. Смотрите, видите, достаточно быстро крем полностью впитался. Вам достаточно, Светлана? Да, у меня отлично. Угу. Посмотрите, он полностью впитался. Нет никакого жирного блеска, и у меня вообще как бы ничего не прилипает к рукам. То есть он вот для возрастной, для сухой, чувствительной, поврежденной кожи это идеальный продукт. И последнее средство, которое я хочу сегодня нанести, это наш замечательный продукт, крем для век с церамидами и пептидами. Смотрите, видите, какой у нас логичный уход получился. То есть мы и увлажнили, и пептиды с пептидами сочетали, и церамиды мы сочетали, да? То есть вот
мы правильно сгармонизировали полностью уход, который Светлана может использовать в домашнем уходе. И лосьон, и очищение, и крем, и сыворотку. Обычно средства для глаз, их нужно немного, они достаточно экономичные. И когда вы наносите средства под глаза, не забывайте делать легкий массаж по орбитальной кости к центру глаза легкими массажными движениями. Старайтесь по верхнему веку не сильно давить, потому что здесь очень тонкая чувствительная кожа. Если вы здесь будете сильно давить, то здесь может появиться отек, который вам не понравится. Если вы с самого начала, то вы помните, что мы говорили про точное использование каких-то витаминов и микроэлементов на кожу и их пользу. Например, я говорила про ретинол, который многофункционален, и его можно использовать и как дополнительное лечение, вернее, дополнение к лечению кожи, либо в период ремиссии использовать его для того, чтобы пролонгировать эффект от лечения. Еще что хочу отметить, очень важно, что ретинол используется обязательно только солнцезащитными средствами. Ни в коем случае ретинол не используется в утро, в первой половине дня, ну, в первую очередь, потому что ретинол, он быстро разрушается при солнечном свете. Второе, ретинол, он как бы глубоко участвует в глубоких процессах в коже, поэтому он может, ну, он повреждает как бы кожу, специально повреждает, да, например, отшелушивает, работает с пигментацией, с воспалением, и поэтому ваша кожа, она может как бы, на коже может появиться нежелательная пигментация, если вы будете выходить без солнцезащитного крема. И что еще важно, если вы запутались, например, не знаете, что использовать, в первый раз услышали о наших средствах, вы всегда можете позвонить нашим онлайн-косметологам, либо прийти в центр диагностики кожи к нашим косметологам, с ними дополнительно проконсультироваться, либо задать вопросы под видео, которое выйдет на YouTube. Обязательно кто-то из моих коллег или я ответим на ваши вопросы. Ну, все равно желательно перед использованием средств проконсультироваться с косметологом, чтобы точно определить ваш тип кожи, ваши проблемы, которые необходимо решать, и более профессионально выбрать средства. Если вы не косметолог, конечно. Если вы косметолог, то тоже задавайте вопросы. Я обязательно дополнительно расскажу о большом функционале каждого средства, куда можно его применить, в общем-то, в каких еще направлениях. Мы всегда делимся секретами. Это, в общем-то, концепция Гельтек, что мы всегда, мы ничего не скрываем и максимально даем информацию о каждом средстве и куда его можно применить, в какой процедуре. В общем-то, вот так. Давайте еще, знаете что, мне вот очень хочется еще дополнительно на губы немножечко нанести средство. Я взяла крем для кожи вокруг глаз и дополнительно его наношу на губы. Для того, чтобы дополнительно еще восстановить, увлажнить. Вот, видите, как она сделала.
Можно ваши ручки приподнимите? Посмотрите на кожу. Посмотрите на кожу. Если вы помните, если вы видели в самом начале, да, и сейчас кожа, она все равно, ну, вот, отличается. И чем хорош крем для рук, тем, что он не оставляет липкости, не оставляет жирных пятен на столе, на бумаге, что, в принципе, очень хорошее качество для крема для рук. И, в общем, мы закончили, по большому счету. И я вот просто сейчас смотрю, ничего ли я не забыла. А еще, знаете, что я хотела вам сказать, что можно при сосудистых изменениях, можно применять вот такой тоник, Keep Calm Toner из линии The U. Он создан для чувствительной кожи. Он с экстрактом ламинарии, с молочной кислотой, он будет успокаивать кожу. Ну что ж, теперь, в общем-то, практически мы закончили. И, как я обещала, эту процедуру с чем можно... Эту процедуру с чем можно еще сочетать? Эту процедуру можно сочетать... с любыми массажными техниками, с микротоками. Вы можете провести по маске акваудовольствия микротоковую терапию, либо после микротоков. То есть вы можете сделать микротоковую терапию, например, с тонизирующим гелем или увлажняющим, провести микротоковую терапию, потом следом нанести маску акваудовольствия и все, что я делала в дальнейшем. Эту процедуру можно сочетать и с нашей линией whitening, например, с нашим химическим пилингом. Если вы, например, сделали пилинг, вы можете точно так же потом нанести маску акваудовольствия, и все, весь последующий уход, и он с пилингом очень хорошо будет сочетаться, этот уход, потому что все-таки вот церамиды, которые содержатся в креме финальном, под глаза и на лицо, будет хорошо восстанавливать кожу. Понятно? Пожалуйста. И сейчас я, как обещала, я должна, я вот буквально минуту подожду вопросы, и я должна вам снова показать все средства, которые я применяла. Так. Я их сейчас закрою, наверное. Подготовлю. Для того, чтобы вы могли все это приобрести, естественно, со скидкой, воспользовавшись нашим промокодом. Итак, с самого начала, что мы используем? А Светлана у нас как раз еще полежит, и... И мы увидим вот через, как, ну, через короткое время, какая кожа, то есть она не поменяет цвет, она наоборот еще больше напитается сейчас. Итак, первое средство, которое мы применяли, все успевают, все взяли ручки, листочки, чтобы записывать. Можете поставить единички, если все успели. Ага, прекрасно. Итак, первое средство, которое мы применили, это для обычного стандартного очищения. Это очищающий мусс с витамином С. Еще, если помните, то я вам рекомендовала, если вы используете декоративную косметику в большом количестве, либо SPF-крем, например, наш 50+, oil-free крем, то можно перед очищающим муссом сначала воспользоваться нашим гидрофильным маслом. В чем его плюс? В том, что гидрофильное масло не содержит минеральных масел, а сделано на основе миндального масла, то есть не оставляет пленочки на коже. И что очень важно, не раздражает кожу. Следующее средство – это наша энзимная пектиновая маска.
с папаином, с пектином, молочной кислотой и солями рапан. Она мягко отшелушивает кожу, можно применять 1-2 раза в неделю, либо под пленку, либо в домашнем уходе массажными движениями на 5-7 минут наносится, массируется и смывается спонжами, либо нетканым полотенчиком. Так, следующее средство – это лосьон-концентрат из линии Neo с дигидрокверцетином. Не забывайте, что он имеет желтый цвет, поэтому осторожно наносите его, если вы его как бы распыляете на лицо, потому что он может окрасить вашу одежду. Еще одно средство, которое мы наносили, но наносили на руки, а также этот лосьон освежающий, его можно наносить на лицо, как я уже говорила, при гиперпигментации, при воспалении. Освежающий тоник с АХА-кислотами, который мягко отшелушивает кожу. Также вы можете наносить на руки, как легкий кератолитик, для того, чтобы точно так же осветлить пигментацию, либо выровнять кожный покров. Следующее средство. Вы успеваете записывать? Следующее средство с комплексом Аквасил. Это гелевая маска Аква Удовольствие. Она многофункциональная, его можно применять при различных аппаратных методиках, а также самостоятельно, как мощное увлажняющее средство. Следующее средство – это сыворотка Интенсив омоложения с клеточными фитокультурами и с двумя видами гиалуроновой кислоты. Крупномолекулярная гиалуроновая кислота и ультрамолекулярная гиалуроновая кислота. Одна выстилает сверху кожу, не дает коже пересохнуть, потерять влагу. Другая, ультрамолекулярная гиалуроновая кислота, глубоко увлажняет кожу в глубоких слоях. Следующее средство – это крем антивозрастной Rich and Restore с двумя комплексами пептидов, церамидами и полиненасыщенными жирными кислотами. Подходит для сухой, чувствительной, поврежденной кожи. И укрепляющий крем с церамидами и пептидами для кожи вокруг глаз, который подходит также для поврежденной кожи, для сухой кожи, возрастной кожи. И последнее средство, которое я еще вам не назвала, вы его можете применять в любом случае, при любой погоде, при любом типе кожи, это крем для рук с церамидами и пребиотиком. Для того, чтобы кожа восстанавливалась, эпидермис восстанавливался именно на ручках. Ну что ж, мы заканчиваем с вами. Было ли вам интересно? Поставьте мне единички. Если было неинтересно, поставьте мне двойки, пожалуйста. Пятерки. Спасибо большое. Ой, 4 пятерки. Ой. Благодарю вас. Мне очень приятно. Большое спасибо. И кто-то поднял руку, да? Что-то вы хотите, кто-то что-то хочет спросить или нет? Или я ошибаюсь? Спасибо огромное за сердечки и за такую высокую оценку моей сегодняшней работы. Я вам тоже шлю мысленно сердечко. Ссылка на YouTube будет? Да, будет, да? Кто участвовал? Как? Нет?
На канале нет, мне сказали, что ссылки не будет. Просто в ближайшее время, вот сейчас запишется этот вебинар, и мы его выложим в YouTube. Вы можете зайти на YouTube, забить Гильтек, и там высветятся все наши видео. И под этим видео вы еще дополнительно можете задать мне, либо моим коллегам вопросы. А еще хочу сказать, что у нас есть канал «За стеклом» в Телеграм. Вы можете посмотреть, что происходит у нас на производстве, как у нас вообще происходит процесс делания косметики нашей. Что ж, тогда я с вами прощаюсь. Всего доброго. Я надеюсь, что мы не последний раз с вами видимся, что вы еще не раз придете ко мне на вебинары и мастер-классы. И хочу сразу же проанонсировать, у меня будет интересный мастер-класс в Центре диагностика кожи 21 апреля по телу. Тело и целлюлит. Вот будем такой вопрос разбирать 21 числа. Приходите. Угу. Все, всего доброго.